Всем привет, вы слушаете Лёшу Халецкого, а это продолжение мультиплеерной игры в Stellaris, в которой рептилоиды бешеные хомячки покоряют галактику. Если вы не видели первую серию, то рекомендую начать именно с нее. Ссылка появляется прямо сейчас в верхнем правом углу. Ну а всем остальным приятного просмотра. Не, а в чем прикол? Я не понимаю, это баг или что? Почему? Нет. А что надо сделать тогда, чтобы выиграть, я не понимаю. Чтобы оккупировать 4 моих планеты? Construction complete. А почему на 4 надо оккупировать? Нет, я имею в виду, чтобы вы оттяпали у меня 4 планеты, то я должен согласиться на это. То есть... Construction complete. Он теряет, у него куча влияния. Он теряет влияние за счет... того за счет от... Хотя, подожди, 100% по-моему должно автоматом делаться, нет? Я тоже думал, что автоматом. С компанией, по крайней мере, так было. А тут капец. Сколько ты уже времени потратил на эту вшивую планету? Много. Construction complete. Construction complete. Construction complete. Получается, я столицу разнесу. Ну еще бы таким-то флотом. Да и не разнести было бы интересно. Базером. Даже амёбы есть штурмовые. Ты, кстати, как успел так лазеры прокачать до 4-го? Да я давно все прокачал, потому что я очень хороший игрок, великолепный. Я а просто нет, качал, у меня не выпадало. Если ты качаешь лазер, они автоматически должны повышаться вероятность. Нет, я другой лазера качал. У меня один раз выпал и все. Потом через лет 10 второй раз выпал. Я думаю, блин. Я какая-то... А, вот это, подожди, это не твой же флот, да? Это флот союзника. Сколько у него тут? 800? Thank you.
System survey complete. Research complete. Это у тебя обычная наступательная армия? Какая еще раз эта армия наступательная? А, ну, которая это, штурмует планета обычная же? Обычная, да, обычная. Что-то она прям на голову выше моей. System survey complete. Тебя обстреливает просто. Точно, я забыл, что генерал аж можно ставить. Там не столько генералов, сколько у тебя обстрел просто идет с орбиты. Не, обстрел он этот уменьшает. Только укрепление, а армию он не коцает. Он не дает ей восстанавливаться. Ну да. Ну и можно нанять. System survey complete. Разве в оборонительную армию нельзя генерала сунуть? Можно. Вот что у меня не получается сюда его запихнуть. А, ну может он же под осадой, да. Пока Лёша летит мимо меня, короче, у него флот в два раза меньше стал. Чё, у него флот? Энергия кончилась. В смысле флот в два раза меньше? Construction complete. System survey complete. Да, сила уменьшилась. Слушайте, дайте энергию кто? У самих минус. Я из минуса пытаюсь выкарабкаться. Нельзя, может повоюем, у меня флот уменьшится, энергии поменьше будет. В ответ тишина. Так ты там нападай, если хочешь повоевать. Ну, я не особо, сейчас. Не особо-то хочу. При наступательной войне там 10% штраф каких-то. Почему-то, что странно. Я вроде не мирная нация, а все равно. System survey complete. У милитаристов нет штрафа, например. То есть генерала убили. Только у милитаристов нет штрафов. У всех остальных есть? У меня тоже есть.
Все, у тебя последняя планета осталась, которую можно оккупировать. Я ее сейчас оккупирую, и если ничего не произойдет, я пойду делать чай просто. Все, я не могу так просто. Что за бред? Я отдал все ради этой войны. Я даже не хочу побеждать эту партию. А кто мне войну объявил? Я объявил войну. Дед Лёшка. System survey complete. Hostile fleet engaged. А у тебя проход есть? Hostile fleet engaged. Слушай, а где твои флоты? Мои? Да, да, что? Где они? Hostile fleet engaged. Нет, у меня ни одного флота. Situation log updated. Ты все вынес. Подождите, а где? Construction complete. Где твой флот? Situation log updated. А, нет, подожди, он у меня где-то был. Сейчас скажу. А, да можно же было обратно его отвезти. Да, у меня он где-то лазил. Там что-то бомбил, по-моему, мне. Situation log updated. Ладно, я уже рядом, я его станции заморозил на время. Он уже, наверное, разморозился. О, да, он разморозился, обалдеть. Давай, сноси его. Так. Мне бы хоть корабль сейчас один. Бы посносил. Ксандер, а ты не хочешь вступить в войну? На чьей стороне? Ну, как ты думаешь? Конечно, на моей. У меня тут просто 6 тысяч флота, она, по-моему, разобьет ваши лоба. 6 тысяч флота, скажем. 6 тысяч это немало, конечно. Ой, ну 6. Не, 8 и 7. Слушай, мастер, походу ты что-то не умеешь с флотом делать, мне так кажется. У меня оружия нет никакого, кроме лазерного. Я, мне не выпадает просто. Слушай, у меня 3000, прилетает 5000, я его сношу вообще без проблем. Капец. Надо сразу, надо было в начале игры аккуратно несколько видов оружия изучить. Не, просто ты изучил лазеры, но их надо изучать до копий. Все, и дальше плазмометы учить какие-нибудь. Или прямо изначально плазмометы учить и там... до дуговых орудий, не знаю, чего такого. Потому что лазеры сейчас, ну, они такие. Их надо с атакующими компами делать, их надо миксить с этими, с броней. Ну, у меня атакующие компы стоят, да. Чтоб, типа, ну, двигатель самый последний стоит, чтобы они быстрее долетали хотя бы, потому что, ну, у них дальности вообще нет. Не, у меня четвертый движок. Я не знаю, там ты что. Крейсера не делай. О, у меня сейчас планета восстанет. Research complete.
planetary invasion failed. Research complete. Hostile fleet engaged. Situation log updated. А у меня даже технологии еще все заболтают. Hostile fleet engaged. Situation log updated. Hostile fleet engaged. Ну, неплохо так. Situation log updated. У него все планеты оккупированы, да, Димоникс? У тебя все планеты оккупированы, правильно? Да. Блин, и где победа? В войне. Хотелось бы узнать. Сейчас, подожди, сейчас у меня планеты восстанут. Тогда сможешь их захватить. Не доставайся же ты никому. Я просто в шоке. Hostile fleet engaged. Не, ну чё, зяб, ты у меня, считай, всех, все корветы повыносил. Ну это уже хоть что-то. Ну а чё, мне корветов осталось сколько? Situation log updated. 7. Было 24. Ну, зато я сегодня не знал, что нет смысла одним видом оружия играть. Сейчас себе торпеды ставлю. Почему? Есть смысл? Ну, только один видом. Только не лазерно. Ну, зашибись. Ну, вот я и говорю, что не, ну, лазерами точно не стоит. Я вообще просто слетаю так жестко, что мне даже как-то неудобно. Hostile fleet engaged. Ну, Лёша разносят, нет. Situation log updated. Разносят легко очень, превосходящие его по силе, там, на 1500 где-то. Я там ему снимаю 500 где-то, ну, а может и меньше даже. А у него какие кораблики? Эсминцы, корветы обычные. Не, линкоры у тебя там я видел. Один. Один линкор, еще один линкор. Вот в чем дело все на самом-то. Чудо-линкор. Этот линкор, кстати, за квест. За этих, за культистов. Да-да, я знаю, прикольная тема. Каша, ты тут? Да. У тебя флота разнес тоже он, да? Да, мне до корвитик осталось. Обалдеть, да, печаль. Но я сейчас... Надо... Блин, я почти восстановился, короче. Только я опять упаду, я думаю. Я уже, в принципе, на 2000 уже наклепал. Давай, давай, лети, мастер. Я очень жду тебя. Пока я не хочу. Тут один с 5,5 тысяч, другой с 2,5 тысячи.
Enemy planet secured. О! О, ты стал моим вассалом? Что тут происходит вообще? Слушай, Лёша, тебе осталось только этого мастера завассалить, и будет вообще шикарно. Мастер. О, как быстро упала станция. Ой, ужас вообще. Даже Сакаши, я уже в мире. Да, только я ему 10 ходов опять не могу войну объявить. Сакаши? Нет, Сакаши мой вассал. Мастеру. Сейчас сносишь мне станции там. А, то есть можно, не объявляя войну, тоже нападать? Ты меня спрашиваешь? Я с тобой не воюю. Я объявлял уже войну. А кто со мной воюет? Ксандр, видимо. Да, это Ксандр. Тот самый Ксандр. Офигеть. Все против России. Неправда, у нас тут между собойчик. Для второго раза неплохо. Не думаю, что надо завязывать с этой игрой. Конечно, поражение, надо будет еще разочек попробовать. Что ты там мямлишь, мастер? Я ничего не слышу. Он говорит, что ты его не победишь. Да. Не, я там что-то слышал, надо завязывать, что-то такое. А что происходит? Ну, вассал, у него какие штрафы? Ну, никакие, он просто не может развиваться, не может там сам войну объявлять и прочее. А потом я могу его поглотить, собственно, своей империей. Заемкой. То есть нельзя даже технику изучать, обалдеть? Не, ну, вот, Сокош, расскажи нам, что ты там можешь сделать. Расскажи свои ощущения. Вроде как... колонизирует это все разрешение. Еще там планеты другие. Да, дальность у ракет царская, у торпед, точнее. Слушай, Диман, ну так ты рассказывай. Ты понимаешь, почему ты не проиграл? Почему я не проиграл? Потому что я тебе не сдался, вот и все. Нет, то есть ты вот на этих 100% автоматически не проигрываешь, ты можешь сколько нет. хочешь держать, а ну, да, ну... зависит. Нет, чего, просто те планеты оккупируют, они тебе рано или поздно восстанут. И все. Как бы. Нет, я все равно не понял, почему при 100% война не заканчивается, как с компьютером. Автоматически. Потому что не компьютер. Так это же просто жесть. Можно вечность так сидеть, ждать, ждать, ждать. Не, вечность не получится. У тебя планеты просто восстанут. System survey complete. А у тебя восстала хотя бы одна? Нет, я не успел, да, если его захватили. Сакаши. Upgraded. И он со мной что-то мир сразу заключил автоматически. Я же с Лешей не воюю. Если он тебя завассалит, то у нас с тобой тоже мир будет.
и вся твоя оккупация планет спадет. Будешь дальше играть, и ты выиграешь? Офигеть. Да. Жестко, ладно. Не, ну меня тут больше всего вот в этой игре возмущает, и в принципе, да, то есть то, что тут единственная возможная победа — это всех захватить. Да, это очень скучно. Ну это вот просто тренд. То есть получается вот по-хорошему Сокошу, например, вот, ну и смысл дальше играть, да. Почему я должен именно только на войну играть? Ну, может быть, там сейчас этот, не знаю, Сакаши кто-нибудь поможет там из твоих соседей. Ну, например, тот же Ксандр. Говорит, я хочу, чтобы Сакаши там жил и нападет на тебя. И захватит Сакаши. Ну, возможно, тоже так же. Так что кто его знает, как оно там будет. Research complete. Забавно, тут объявляешь войну, и я еще могу пригласить атакующих. System survey complete. Ну да. Стоп, так ничего не произошло. Ксандр, а на каких условиях война вообще была объявлена? В смысле, я у тебя столицу отжал. А, я что-то не заметил. Просто ты тоже синий, как и я. Обалдеть. Я даже не понял сначала, думал, бац. Завассальте его кто-нибудь, а? Нет. Уже. Страдай дальше. Я сейчас еще буду флот строить, короче. Фиг с ней со столицей. Плохо, что у меня планета с энергией отжалась. Hostile fleet engaged. Ты меня так типа пригласил? Ты решил меня унизить? Чё-то я ни хрена не понял, что произошло. Чё за какая-то новая империя про... Откуда у вас тут трое на меня? Что происходит? Вещи на хомячке объявили войну удачи. Ну да. А что за империя какая-то? У меня было написано, что я типа стал одной империей с удачей. И все мои... Так, что вообще происходит? Вот у меня никакой войны с удачей, например, нету почему-то. Да, ты воюешь. Что? Research complete. Ну вообще у меня высвечивается, что ты, Лёш, в состоянии войны с удачей. Угу. Не, он не с удачей, посмотри, он в состоянии войны с хомячки удача. Не, подожди, я удача, я в состоянии с войны с хомячками, Divine мандат и уфоп. Ну Divine мандат мой вассал, я понимаю, но почему меня выкинуло с твоей территории при этом? Я нифига не понял, и какая-то империя хомячки причем. Тоже. Hostile fleet engaged. Situation log updated. Какие-то маги пошли. Так, Димоникс, я лечу к тебе. Толпать его кто-нибудь уже. А че ты так с такой-то? Так игриво это говоришь. Hostile fleet engaged. Я просто не успеваю что-нибудь построить. Hostile fleet engaged. Прилетает. Situation log updated. Situation log updated. У меня две планеты осталось. Подожди, отожмут-то уже. Никогда, все.
За меня Ксандр теперь заступится. Ксандр, Ксандр вассал. Нет, это я его вассал. Нет. Независимый. Подожди, Ксандр, твой бывший союзник на тебя напал? А, нет, Сакаши, все, я ошибаюсь. Нет, я что-то вообще забыл. Так, что просил? А, ты не вассал? Нет. Да, я просто спокойно играю. Мне так отлично. Че ты меня за вассалил пока идет? Пожалуй, до столицу и за вассалил. Я когда войну объявлял, надо было... О, с Димкой интересно. С Димкой прям ровненько. Хватит выносить мои крейсеры в орбит. Крейсера. Ну чё, Димка, вынесешь меня, да? Да хрен его знает. Ну пока выглядит так, что вроде понять. Выносишь. Неа. Блин, я вот под твою станцию просто подплываю, мне это не нравится. Потому что мне кажется, что 14 вынесет 4. Не, ну это был красивый бой. Это красивый бой. Слушай, а как ты так вносил их чертям? Ну посмотри, лазеры. Посмотрю. Лазеры в основном. А, ты до копья добрался. Слушай, я вот не понимаю, я всех вас отстаю по технологиям. Почему? Почему, собственно? Я же хуже всех вас по технологиям. Я, допустим, не добрался до копья. Мне его не дали возможность построить. Как-то это символ, не знаю, с этим копьем. Оно что, самое мощное оружие в игре, что ли? Никак не контрится, я не понимаю. У меня кинетическая арка, как бы. То же самое, только урон больше, немного косее. Construction complete. Ну чё у вас, Лёша, кто там кого? Ну, я его флот вынес. Тут всё зависит от того, как он успеет быстро акклиматься. Нет, Ксандр, нет. Hostile fleet detected. Station under attack. Унижение. А чё ты унижаешь меня сразу? Чё за вот чё это началось? Вообще-то ты меня тоже унижаешь. В смысле? В прямом. А, я тоже поставил унижение? Да. Hostile fleet engaged. Station under attack. Station under attack. Construction complete.
station under attack. Enemy planet secured. Hostile fleet detected. Уже стало доброй традицией, что мои видео выходят при поддержке 2GIS. Адреса, расстояние, время работы и другая детальная информация о городе в одном приложении. 2GIS, если быть точным. Заходите на сайт 2GIS.ru и совершенно бесплатно скачивайте приложение для вашей платформы или операционной системы. Situation log updated. Research complete. Enemy troops landing. Слушай, ну ты уже высаживаешься прям, ну ты... Under attack. Planet lost to invasion. Station under attack. Station under attack. Station under attack. Station under attack. Enemy planet secured. Station under attack. Station under attack. Твои здоровье и морали поболело почему-то. Что? Да, я это мастеру говорю. Вы, в общем, наступательной армии. Hostile fleet engaged. Situation log updated. Во, блин, а как я так в центр прям прыгнул всего этого? А, баронг. Чего? Оборонительная станция. То есть она прям ты, притягивает конечно, к себе, да? Ты, конечно, ее снесешь, потому что я не успел ее улучшить, но... А их, кстати, можно сейчас улучшать или все еще нельзя? Да, в них тыкаешь, там есть как-то плоть. Да ладно, станции можно улучшать. Да. Теперь а раньше нельзя было. Да, все, я вижу. Но это ну, сейчас пойдет другая игра совсем. Отлично. Да не, по-моему, ты уничтожишь мой флот. А, ну может быть и да, потому что ты станцию не снесешь. Updated. Слушай, но я не успел ее улучшить, она торпедами первыми стреляет. Ну, понимаешь, там пофигачило именно, что меня прям в центр кинуло, да, и у тебя станция стреляет, плюс этот космопорт стреляет, плюс у тебя флот был. Ну, вот так на то и рассчитано, в принципе, было. Что как раз специально именно там и ставил. Например, если карта большая, пентаграмму рисую, в центре притягивал, а вокруг все вылезла так кинетическая кинетическая лазеры. Ну, копья. Смотри, демонец, у меня флот большой. Разнесите ему кто-нибудь флот, пожалуйста. Я сейчас строю. Ну, посмотрим, я сейчас ее поставил на улучшение, посмотрим, сколько она выдаст. Лёша хочет в игре остаться. Ну да, чё? Какая-то жесть.
Слушай, Димка, ну давай капитулируй, я тогда капитулирую к Сандеру и пойдем вдвоем. Куда? До Сандера. Не, лучше на мастера. Взявшись за ручку. Ну-ка, давай, чё. Не, ну, не, Димоникс, тут как бы, понимаешь, я уничтожил Димке эти флот. Ксандр прилетел с другой стороны, мне все расфигачил, так что тут... Только если Ксандр придет, то он захватит там еще. Не, ну как, это у меня повод восстановиться, пока ты восстанавливаешь свой. Так он сейчас, блин, он сейчас придет, тебя захватит. Тут это вопрос времени просто и все. Вопрос Ксандра. Ну я же ему вообще не сопротивлялся, у меня весь флот тут у тебя был. Да я понимаю, у тебя весь флот у меня стоял. Ну, угадь, давай, чего? Давай, я, принципе, капитулируй. А я не могу, у меня приложение мира висит. Я не могу его открыть. Вот я тебя сейчас отправил заново. Давай еще раз. Блин, ну ты меня унизил просто. Тем более, что ты даже не вассалом становишься, а просто данником. Ну это... да. Нет, это то же самое, только он еще 20% от своего добычи присоединил. Нет, я так понял, что данника нельзя присоединить. Ну да, вот данника нельзя. В отличие от вассала. Так, ладно. Че ты там с моими планетами сделал? Удар статьи. Вот видишь, ты вассал, а не... Нет, это я сейчас сам предложил. Ты прикол, что кстати, у меня удача и пернаты, короче, они данники, и у меня просто плюс 100 энергии, плюс 200 минералов. А почему я-то... Ну, потому что ты стал моим данником, а я теперь стал вассалом Ксандра, поэтому ты его данник. А почему написано, что он сюзерен? Ну, потому что я его вассал. Раз я его вассал... Я? Почему? Ой, да ладно, слушай. Я не хочу быть вассалом, я хочу быть данником. Ну? Вассал, по-моему, красивше звучит. Чем данник. Ну ладно, мне, наверное, можно выходить. Я, честно говоря, не знаю, у меня тут вообще как-то... У меня науки вообще не было. У меня на максимуме было 30. И все. Не знаю, что я делал не так. Ну, в общем, у меня проблема с наукой была. У меня проблемы с твоим флотом были. Да, это еще свезло, что ребята, видишь, так... Удачно. Защиту не очень против флота сделали. Ну вот я не знаю, что с твоим флотом, потому что у меня тоже как бы были и лазеры, и броня, а не щиты, ну. Носил как нифиг делать. Не замечая просто. Позже твой флот разносил? Офигеть. Ну, как бы его 3,5 против моих 4, у него остались одни линкоры. Угу. Но он все у меня снес. Я думаю, дело в том, что у меня мелких кораблей, как бы, ну... Мне кажется, что тут... Ну, вот Ксандр правильно говорил по поводу, конечно, оружия. Но еще тут есть... Должен быть некоторый баланс в маленьких кораблях и больших. То есть, мне кажется, у вас было меньше маленьких кораблей, чем у меня. И я их просто сносил. А потом мелкие корабли офигенно работают против больших. То есть, вот мелкие друг против друга как бы наравне шли. Но потом они у вас убирались, и корветы там против крейсеров, они просто уносят их в лед. Не, ну корветов я тебе тоже нес корветы. А у тебя оставались линкоры против эсминцев. Нет, линкоры не может быть линкоры. У меня только один линкор. Ну вот. Нет, подожди, нет, стоп. У меня за всю игру весь мой флот состоял из эсминцев и корветов, и все. У меня...
круче эсминца не было ничего. Ну, у тебя получается, что твои эсминцы вынесли мои все. Потому что остальное я тебя убил. У тебя оставалось там флот с двумя ромбиками. Это, как я понимаю, эсминцы. Угу. Ну вот. Все остальное я тебя вынес. Ну, так ты, ну, как-то... Ты вообще закончи мысль, потому что ты, как говоришь... А у тебя у самого что было? У меня примерно 1:2:2. У меня 1:3 всегда я делаю. Ну вот, и когда у меня остались одни эсминцы, что у тебя оставалось? Все, кроме корветов. Ну, я не знаю, ты мне просто вот чпок-чпок просто одну за другую убивал. Я не могу понять, почему. Ну, ты так говоришь, знаешь, как будто у меня же тоже умирали корабли. То есть в итоге просто я остался, у меня там, по-моему, 1300 осталось, а у тебя все умерло. Это, меня просто удивило то, что скорость убивания моих, сейчас скажу, эсминцев такая же, как твоих корветов. То есть ты эсминцами сносил, мои эсминцы сносил так же, как я твоих корветов. Учитывая, какая там разница в броне и так далее, это странно. Ну ладно. Ну, нормально, по-моему. Ну что, все, можно уходить. Так, а Леша проиграл, что ли? Ну я вассалом стал Ксандера. Тут у меня все вассалы, кроме мастера и... Демоникс. Демоникс вообще до конца такой. Затащил. Демоникс, ну, расскажи нам секрет, как ты держишься при 100%? Объясни нам. Просто держусь и все. Да это какой-то глюк, мне кажется. Я так устал. Да глюк это чего? Планету бомбить просто. Бесконечно оккупировать. Смотри, я сейчас тут крейсер завалю. Смотри, пахнет, нет твоего крейсера. Не, меня тоже система с вассал не моего вассала, мой вассал, это тоже, конечно, прикольно. Все на твоей станции хана. Ну, не страшно. На самом деле. Ты же веришь мне, что это не страшно? Удар статус. Блин, Министерство доброжелательности. Да, она выжила, твоя станция. У тебя кораблик, что ли, умерли? Да ладно, не может быть. Серьезно? Умерли кораблики? Черт, ну это планету атакую. Ты не против? Заберу себе обратно. Мастер. Как ты ее забил? Кем ты будешь атаковать? Слушай, твой смех как-то так звучит. Ну просто знаешь, у него тут флот где-то шастает в 2000. А я при этом маленький флот, он который планеты захватывает. Пролетаю и захватываю свою планету обратно. Он за мной обратно потом гоняется. У меня какая-то фигня. Почему я не могу... А, я понял почему. Потому что из-за того, что компьютер забрал парсекс, у меня... Флот не может прилететь. Вернуться не может. Бред какой-то. Какая жалость. Закрыла для нас свои границы, да. Блин. Все, блом, короче, я устал. Кстати, я свою планету-то обратно отбил. Да я ее сейчас заберу обратно. Ксандра, ты там с кем-нибудь воюешь? Где-то, а с кем? Тут два человека осталось в компьютере. Ну так объяви войну, что у меня флот простаивает, надо повоевать. Я согласен. Например, мастер. Да он с мастером мира недавно объявил, он там 10 лет теперь будет ждать. Я нет. Ну что, я захочу эту планету? Да. Демониксу. Хана тебе, Демоникс. Теперь, может быть, и меня точно убьют. Как? Я не знаю. У тебя все планеты были оккупированы уже. Ну и толку. Вот он прилетит, да оккупирует оставшиеся. То же самое будет висеть на 100%.
Может, мы знаем что-то, чего не знаешь ты? Мы сможем его уговорить? Там все между собой, знаешь, повоюйте, кто захватит меня. А тут уже некому воевать. Да? Тут уже все. Вообще, мастеру, по идее, надо было просто предложить мне альянс и все. И не париться. Я чувствую, мне просто хочется, вот интересно, доиграть до реальной конца игры в сетевой игре. Тут будут какой-нибудь мультик показывать? Мы вам сочувствуем, вы доиграли до конца, да? Ну, типа такого. Короче, где-то... Вы потратили там кучу своего времени. Кто знает, где вот именно вот это то, что надо сделать, короче? Ну, всех вассалами, наверное, тебе надо сделать, я так понимаю. А, в журнале. Закладка «Победа». Ты там своим флотом так и будешь стоять? А я не могу выйти обратно. Ну, короче, одержать победу, завладев 40% планет и захват галактики. 4 независимых империи еще осталось это. Раз, два, три. Ну, это мастер, демоникс. И что? Ну, по-моему, вот это угасшая империя не считается. Да. Но яичная империя. Мне яичная показалась. Угасшая не считается. У меня же есть еще планета, слышишь? Он на верхнюю напади. Не, походу считается. Волонис, слышишь, мастер? На верхнюю? Да, на Волонис. Сейчас, подожди, я один корабль оставлю. Да, можешь оставить. Их сколько? Их два? А, их четыре. Это мне скучно. Так. Слушай, я вот стал твоим вассалом, мне что-то немерено влияние дали, 300 влияния дали за это. Может, уже накопилось просто? Да нет. У меня не хватало взять лидера, а тут внезапно... Опа. Быстро отыграли. Обалдеть. Офигеть, Дима, ну ты псих просто. Да, да это в его смехе слышно. Слушай, строим. Да, подожди, сколько их тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть станций. Не, подожди, семь? Офигеть. Жесть. Ну, ты все равно не мог этот флот вывести отсюда. И где у него там эти станции? В Валанисе. Дайм посмотрим. Умер. Блин, жалко, что мне даже научно управлял. Я полазил, посмотрел. Обида. Чё-то там много войск тащишь ко мне опять. Я только ради этого сегодня сел играть. Но мне кажется, я раньше выйду. Ксандр тут летит в твой Валанис. Я уж не люблю. О, да, красиво. Красиво у тебя станции тут. Не очень. Они не достреливают. Ну, кстати, да. Немножко обидно. Но это второго уровня, там есть же еще третий уровень. Да какая разница, в них или слоты можно совать, можно. Вот у меня кинетическая артиллерия, они бы достреливали, их надо было ближе стрелять немного. Прям вот в упор друг другу, как только можно. Чё у него тут? А, чё у тебя из оружия? Кинетическая артиллерия. Александр, чё у тебя флот встал? Бомбить. У тебя одна кинетика. Больше ничего, да, нету? Ну, конечно, имбачится почти.
Почему имба? Плюс точность. Урон по щитам. Точность меньше. Дальность больше, чем у лазеров. Меньше, чем у торпед. А, ну тут кинетическая. Кинетическая артиллерия 120. Надо разобраться будет с оружием вообще. Посчитать, если отрисовать как-нибудь. Академия Космофлот и сенсоры, короче, мы четвертый уровень. Там сенсоры плюс 6% точности нет. Situation log updated. Тут еще у меня кинетика, ну где-то 85. А, тут Леша еще прилетел. Да, да. Я вассал, я за своим сюзереном. За вассал. Обидно. Давай, это быстрее. Situation log updated. Сепаратисты подняли бум. Что за человек рип? А, это у него. Ну вот, смотри, 100%. Давай, Александр, отправь ему. Не станет он вассалом все равно, нет? А это глюк реально какой-то. Я же говорю, да. А, да, не, во. Там так было 98. Это статус-кво? А, не, он... Это статус-кво, что ли, получается? Не, там да, он Даником стал все нормально. А, Даник, да. А что ты нажал? Что ты нажал? Альт F4 попробуй. Не, на самом деле, а как? Просто мой проиграл. Ну, теперь хорошо, что это... Я не у мастера. Мастер, давай, пока. Слушай, так, ну в чем прикол-то был? Надо было присылаться, выбрался. Там просто надо было нажать принудительно и все. А-а-а, блин, а где это вот... Это заходишь, там где переговоры. В нижнем правом углу у тебя кружочек уже светится, на него нажимаешь принудительно и все. Обалдеть, ну жесть вообще. Ну чё там, Ксандр, давай заканчивай игру. Да как? Тебе нужно, смотри, иишку и вот этого непонятного человек. А, это вассал. Ну, у меня там... Давай попробуем иишку захватить и всё. Сейчас, подожди. Вот так вот, Ксандр взял всех и вынес. Тут не вассал, только Россия. Цигон. А, точно, мастер же не вассал. Россия и Тибадон конфиди... Ну и Ишка. Тут два осталось и все. Ты, кстати, есть? Да. Давай Ишку побыстрее. Мне пишет 3. Ну, если что, я думаю, что общим кооперативом мы угашу империю снесем. Сколько там? 1030? Ну, 3... в зависимости от непонятно чего. Один раз мне выпало 75, то есть он трифлот по 25 как пустил. Я аж охренел. О, лучшое копье выпало, кстати. Да в этом обломке пособирайте, там всякой херни будет много. Ко мне летит кто-то, да? Да, по-моему, летели. Что-то ты не вассал. Сандер, говори, что ты там делать дальше будешь? Сейчас я тут это, у меня сепаратисты бунт подняли. Захвачу планетку. А, этот человек Independence War, вот эти? Так остался кто? Я только, да? Угу. Ну, да, и больше никого кроме тебя нету. Ну, неплохо. Все голоса у тебя в голове чисто. Ну так, Сандер, чё ты ждёшь-то? Сам ко мне выслутит, пойди. Может, мне войну не нужно? Я могу, нет, обидеть мне. А чё ты, линкор, крейсер, эсминцев и корвет, вот дохрена. Так, сколько лимит час? Research complete. Да. Yeah.
Construction complete. Construction complete. Ого, без защитных отрядов в компа. Ты там где на кого нападаешь? Да, я говорю, мне про это. Восстала планета одна. Ты объявила, я думаю, разберемся. А че, Александр? Объяви войну, мастер. Что значит пригласить атакующих, кнопка, например? Ну, ты можешь пригласить какие-то сторонние империи, как атакующие. А если не хочу их приглашать? Ну, не приглашай. Я могу... Подожди-ка. Так, у тебя просто... Делать, ты понимаешь, а, ты... Все, объявил, походу. Да, объявил. Все, ну я объявил ему, все, я лечу, короче, его убью. Давай, давай, лети, убивай. Куда летишь? А, вот слушай, он. Это странно. А что там уже сразу? А, ты сразу в эту прилетел? В столицу бывшую. А что, вассалы не вступают в бой? В войну? Почему вступают? Можем лети, воюй. Мне нет войны, я не имею права туда лететь, меня не пускает. У меня тоже. Ну да, вот только двое почему-то. Нет, только Лёша, у меня и... лети, я лечу. Research complete. Hostile fleet engaged. Блин, мастер, я улетел оттуда. А ты туда прилетел. Куда ты летишь, мастер? Да я просто летаю. Маневрирую. Смотрел кто-нибудь сериал «Звездный крейсер Галактика»? Так, я сейчас возьму один крейсер и улечу куда-нибудь. Искать новый дом. Жалко, так нельзя сделать. Ну, вот этот кораблик колонизатор не поставил. Не, только... Ну да, кстати, да, можно колонизировать. Но там-то был крейсер. Я хочу как в сериале. Где у нас угасшая империя? Слева, короче, на где-то 7 слева часов. Ну да, это было. Я бы сказал, на все 9. Где это слева 8. От удачи, да? Ну да. Не вижу. Я бы и войну сейчас объявил. А, хотя, знаешь, значит, можно сделать любимую удачу. Да. Прикольно. А я могу один объявить ей войну? Вряд ли. Ты попробуй, конечно. Не так, не настолько больной. Я боюсь один. Ой, да ладно, попробуй, проверим. Я думаю, что ты как вассал не можешь объявить войну. Там вообще не должно быть. Я не могу картами с вами обниматься. Фу, господи. Карты с вами. Почему нельзя? Да, вот мне пишет, ваш сузерен уфоб не позволяет вам объявить войну. Ладно, я ее оскорблю. Situation log updated. А мы когда, Ники, получается, можем? Ну попробуй объявить, я не думаю, что ты сможешь. Так, ну и все, я меня завассалили. Ты не зовут, пока Даник. Я как Рот, Даник я спокойно объявил. О, точно. Я тоже. Пошли угасшую империю мочить. Не, подождите, я так вы... Что там скорее наоборот. Слышишь? Будет. Так вы, получается, сами воюете, потому что у меня вот написано, что я с ней не воюю. То есть вы как данники. Вы мало того, что дань. Одному, да. Вы мало того, что дань платите, так вы еще и с угасшей империей воюете.
Все, я все нафиг. Слушай, причем у нее червоточины. У нее да, они на меня напали. У них червоточины, да. Обалдеть. Или ну, у них да. Этот, да, какой-то там... этот или шестой. Вон, короче, в этой, в системе Фельдазир 21 тысяча. В системе... В моей системе. КФОС еще 28. А, удачи вам. Ну, всего лишь 50 тысяч, норм. Так что, мастер, подожди, может, нас сейчас освободят. Нет. Ну, да, Угасшая Империя выиграет. Около 70 тысяч. Короче, где-то, да, всего 70 тысяч, итого. По моих еще 60. Да, так что думаю, что даже все вместе у нас не получится победить Угасшую Империю. Надо было подождать немного. Ну, надо же было проверить, имеет право Даник объявлять войну или нет. Нет, так чтобы... вы объявили войну, но мы все ей войну не объявляли. Потом просто Ксандр дополнительно объявил войну. А вы просто чисто на свой страх и риск. Вот. То есть данники не, мы могут... Мы хотели проверить, получится или нет. Да, вы можете, но вы воюете при этом сами, а не вместе с сюзереном, там вот такое... Station under attack. Чтобы выиграть армия геномодов. Ой, мне тут 28 тысяч. Hostile fleet engaged. Что-то не вижу, блин, да, 28 тысяч, круто. В Талакине. Ну, мне прилетело 21 тысяча, уже уничтожила станцию в Каламе. Ты там транспорт сбил. Что транспорт? Ты ему сбил. Ну, я сбиваю. Что-то компьютер вообще как-то безалаберно. Ну, короче, транспорт, похоже, у компьютера больше нету. Station under attack. Situation log updated. Транспорт ты вынес, да. Самое интересное, что это не я вынес, это он просто прилетел на мой флот зачем-то. Да, транспорт первый прыгнул тоже ко мне. И я его убил. А потом уже флот пришел. Station under attack. Пойду попробую повоевать, что ли. Ну что, у тебя тут 10 тысяч против 27. Мы наблюдаем. Итак, все собрались. Все собрались в системе Эрдоска. 10 тысяч умрут раньше, чем... Ну, выглядит ровно летят. Пока. Enemy troops landing. Опять побеждают. Это странно. Не, мне кажется, Ксандр, ты тут проиграешь. Не, ну это понятно. 1005 не хватило. Ой, я в это время планету потерял. Что-то минус 41%. Я не понимаю, зачем в сетевых играх оставляют искусственный интеллект. Я вот не могу понять, почему мы не можем его отключить. Что это за странная блажь такая? Чтоб страдали? Блять, какой у меня топовый чувак. Что такое? У меня правитель на плюс 50% вместимости флота. Отлично. И он сдох, потому что мы проиграли войну, да? Нет. Это у него правитель, у него же не адмирал, а правитель. Но у меня правитель сдох, потому что я проиграл войну. Первый раз такую вижу. Что, реально? Так и написали, мы проиграли войну, поэтому правитель уходит в отставку. А что у тебя за правление? Да. У меня правление монархия. Звездная империя, если быть точнее. У меня он тоже в отставку ушел, но новый же избрался и все. Не, ну новый, конечно, остался, но там несколько другие моменты. А, мы проиграли войну чисто и получили унижение только? Ну да. Да.
Подумаешь. Фигня какая. Так скажи, можно и проигрывать, и проигрывать. У меня, правда, все космопорты уничтожены. Короче, у меня флота нету. Короче, предлагаю заканчивать. Ну да, да. Ксандр, с победой. Поздравляем. Угу. Молодец, Ксандр. Сел на галактический трон. Я сейчас кручу. Сколько так... Сколько науки у кого, мне интересно? Ну, у меня 26, 15, 16. Ну, у меня чисто... Потому что планеты отдали... У меня было 30 максимум. Вот 30, 30, 30. Да. Вот так. У меня, короче, вот с 50-го года у меня 60, 55, 70. Ну, а как так? Объясни, почему у меня так мало науки, а у тебя так много? Потому что на планетах было круто, да, видимо? Mm-hmm. То есть строил там эти планетарные штуки. У меня куча минералов было, но... Вон, глянь, у меня верхняя планета. Муруст-система. Ну, Муруст. Да, вот там эти научные станции стоят. Там просто по две физики, две инженерки, две физики. Такие вот научки стоят. Ну, или столицу гляньте. Там. Но у тебя в Мурусте... А, Муруст-2, может быть, это планета. Угу. Муруст выглядит очень отстойно. Потому что у Муруста всего три лаборатории. Ну да, да. Столицы мне. Раз, два, да, три, не, все три пять, шесть. Я так смотрю, у меня даже больше было станций. Обалдеть. Research complete. Ладно, я пойду тогда. Спасибо за игру. Давай. Да, всем да, спасибо за игру. А, я могу сказать так, у меня на каждой из планет по 4 лаборатории стоит. И на столице НИИ стоит. И что на столице? А, у тебя НИИ. Да, опять 5. Что за НИИ? Уникальное строение у тех, которые в науках. У тех, которые как фанатичная наука, у них, соответственно, есть уникальное строение. Институт. Да, его тоже построил. Да, 5-5-5, который дает. Ну да, 5-5-5 и плюс еще скорость исследований плюс 5%. Ну все, спасибо за игру. Да, всем спасибо. Поиграем. Надо, чтобы парадоксы выпустили какое-нибудь нормальное уже дополнение, потому что то, что они выпускают всякие... Надо, чтобы какие-то дополнительные победы появились, кроме военной. Тогда будет... Нормально я играть. Я понимаю, что они сейчас пытаются пилить баланс. Ну, более-менее, по-моему, уже хотя бы какой-то... Так, понимаешь, смысл в балансе, если у тебя единственная победа — это военная. То есть ты вынужден просто идти в войну. Фигня? Фигня, по-моему. Все, спасибо за игру. Всем приятной пятницы. Да, всем пока. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. И раз вы досмотрели до конца, то у меня к вам просьба. Поставьте лайк. Вам это ничего не стоит, а мне будет приятно и поможет распространиться моему видео. Ну и если вы хотите поделиться этим видео, то я совершенно не против, а только рад разместить его у себя где-нибудь в социальных сетях или просто сообщите вашим друзьям. Спасибо, что досмотрели до конца. Удачи и играйте в умные игры.